Еще накануне Андраш Альтман оставил связку ключей в замке садовой калитки, а сегодня их уже приходится вылавливать. Уровень воды за сутки в Будапеште значительно поднялся. Лодку Андраш тоже купил давно, но никогда ему не удавалось заплыть на ней прямо в сад у своего дома. Мотоцикл с гаража пришлось поднять на самый верхний этаж. Туда же перенесены и остальные сколько-нибудь ценные вещи. Мы решили не эвакуироваться, потому что тогда пришлось бы оставить все здесь. А поэтому даже старики, живущие у нас в округе, не хотят уезжать и оставлять какие-то ценности. Может, конечно, мы еще и уедем, но только если дом превратится в корабль и поплывет по реке. Может, еще так и случится. По прогнозам синоптиков, уровень воды в Дунае в районе Будапешта достигнет своего пика только в понедельник. Впрочем, власти уверяют, что большинству жителей венгерской столицы никакая катастрофа не грозит. Разве что обитателям окраинных районов, расположенных у самой воды. Пока уровень воды в Дунае, день за днем устанавливают все новые рекорды. И многие будапештцы опасаются, что на этот раз стихия, как в соседней Чехии, окажется масштабнее, чем когда-либо. Hajagos Andrea, Euronews, Budapest.